Выдающийся конструктор, ученый, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Это все один человек – Юрий Иванович Файков. 80 лет – не просто круглая дата. Юрий Иванович встречает ее на боевом посту, продолжая работу по укреплению ядерного щита нашей страны. В целом, как патриот, как гражданин нашей великой страны, он остро чувствовал все эти переходные периоды, и в рамках всей его жизни и всей деятельности твердо и последовательно шел к выполнению своей миссии, миссии главного конструктора. И сегодня мы поздравляем Юрия Ивановича и говорим ему слова благодарности за его жизненный путь, за его твердую позицию, за его неустанную работу сегодня и завтра о защите нашего Отечества. Директор ядерного центра вручил юбиляру почетные грамоты за многолетний добросовестный труд в атомной отрасли от имени губернатора Нижегородской области и Российского федерального ядерного центра. Цветы, подарки и теплые слова поздравлений высказали соратники, коллеги, а также представители городской думы и администрации. Глубоко искренне от нас поклон, уважение за ваш вклад в развитие, укрепление обороноспособности нашей страны. О вкладе выдающегося ученого и конструктора в становление и развитие науки и оборонно-промышленного комплекса нашей страны коллеги рассказали на торжественном заседании научно-технического совета. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.